интересно, кому и зачем надо здесь было сделать захоронение прямо на входе, по центру. Жаль, туда нет входа, поближе подойти и посмотреть. Но мне не из-за этого охота там оказаться, а оказаться именно между башен посередине. Ну и подсвечник здесь тоже маленький. Ну, у нас, конечно, в Хальберштадте побольше намного, где-то 3 метра в доме, в соборе и еще в одной церкви, Липфраункирхе, я уже показывал. Но вот эти вот захоронения, конечно, это, ну, нам говорят, святые, да? Ладно. Thank you.
Thank you.